ликвидировать похмелье. Иначе будет тяжело прожить этот день. Как вкусно пахнет, явно щами. Мой разум занят очень странными вещами. Я ничего не хочу, но я владела лень. Ничего не обещали друг другу, и ты мне ничего не должна. Но мы ведь любим друг друга, наверное, да. Ведь ночь была так нежна. Вот я не знаю, любил ли он группу Led Zeppelin, вот, но я ее очень люблю. Ура! Thank you.
машина. Это короткий номер. Он есть или нет? Есть. Окей. Ну, сейчас просто вот такая короткая пауза. Юнор прочитает просто стихотворение. Как я понимаю, что ты сам расскажешь, да? А потом вас ждет два выступления с аутентичными артистами зоопарка, Шурой Храбуновым, бессменным гитаристом и все такое прочее. Хотите танцевать, будете танцевать. Итак, Гонор, вперед. Пока музыканты готовятся, я прочитаю стихотворение. Как Май говорил, я встану на стульчик и расскажу стихотворение. Вальс для звезды рок-н-ролла. Фонарик не туда. Город Н никогда не меняет название улиц. Обитают в нем звезды в квартирах с глазками в дверях. Звезды спят, не будите. Они, если б даже проснулись, не восторг ощутили, а страх, вожделение и страх. Питер мрачен, туманен, расчетлив, логичен и точен. Конквистадор в личине пророка лобает музон. Отдохните, маэстро, ваш выход на сцену не срочен. И ваш медленный поезд на завтра, увы, отменен. Жизнь заставит на угольях быта сплясать буги-вуги. Каждый день, каждый час, каждый миг — это право на рок. Но уже повзрослели друзья, вышли замуж подруги, для которых ты был, вероятно, чуть больше, чем Бог. Спел ты слишком о многом, пил много и знал слишком много. Они знали лишь мы. Так вперед, бодхисаттва, давай! Но поэт не успел, и стоит гробовщик у порога, и не выйдет на сцену явление великое. Майк! Что толку доказывать, спорить, беситься и биться? Все равно поломают всем кайф и задвинуть облом. Жить, работать, крутиться, пробиться, удачно жениться. Кабинет, телефон, что отнюдь не лопата и лом. Только эта гитара не стала той самой лопатой для сгребания зеленой волны в мутном море лаве. Строй совсем предел, и ушли рок-н-ролла солдаты. Лишь снуют генералы FM на своих BMW. Как все это случилось? А так, как обычно бывает, постарел, надорвался, да умер. Плевать и забыть, что ушел он, не верю. Куда он ушел, я не знаю. Да и кто я такой, чтобы знать и судить, и рядить. Зоопарк, зоология, звери. Но звери не в клетке. И тотальное ржание опять на дебильный прикол. Наглый ор гопоты на концертах, сражающий метко тем, кто рубит сейчас бесполезный для них рок-н-ролл. Спасибо. С днем рождения, Майка! Извините за странную рифму, но хоть не глагольная. Хоть не глагольная. Стульчик дайте на сцену один. Надо из бара лучше, там ближе. Из бара скажите, туда, в двери, там ближе. Итак, господа. Сейчас вас ждет два таких кульминационных выступления.
с аутентичными людьми, которые участвовали в группе «Зоопарк». Ну, вы сами видите, Александр Храбунов, бессменный гитарист, аранжировщик, ну, который, в общем-то, определял звук этой группы. Ну, про дядю Мишу что говорить? Дядя Миша, я тебя очень люблю. Ты просто великий. Но пока они готовятся, могу рассказать пару историй, конечно, ну куда без этого. А, если кто-то помнит, здесь пятый фестиваль в ЛДМ. Когда дядя Миша сыграл с нами. И я могу рассказать предысторию. Ну, Мэг же, что он всегда хотел, чтобы вот было что-нибудь там это. Я ему сказал, порепетировать бы. Была репетиция в ДК-Цурупа, по-моему, да, дядь Миша? Да, в ДК-Цурупа была репетиция. Пришел дядя Миша, ну, как бы, видит, и Шура ему говорит, дядь Миш, вот тут надо вот, ну, в общем, сыграть рок-н-ролл. Особо ничего там. Насчет там ноты прочего, но есть известная блюзовая пословица, которую Шура и привел, пусть репетирует, кто играть не умеет. Мне это вызывало просто дикий восторг, поскольку я не музыкант, но наблюдал за сценой. Шурик, дядя Миш, надо вот сделать это. Дядя Миш говорит, а может быть вот так? Он начался какой-то спор, совершенно такой, достаточно бессмысленный. Репетиция продолжалась, наверное. Она была, ну, когда были слова, надо бы порепетировать. Честно скажу, репетиция была, по-моему, одна. Две, аж две. Ну, будем считать две. Потом пришел отсутствующий здесь, поскольку он находится в Германии, Андрей Мужик Муратов. И как сказал дядя Миша, все испортил. Но когда в Дворце молодежи Бен пришел на сцену, то все получилось отлично, здорово. Дядя Миша, браво! Хочу, чтобы эти люди еще долго играли эту музыку и радовали вас. Потому что это реально вот, настоящие крутые мастера. Ура! Еще раз ура, дяде Мише Чернову! Аплодисменты! Александр Храбунов за моей спиной. В общем, сейчас вам будет такой настоящий, реальный ритм-блюз. Все как надо. А потом будет еще одна классная кавер-банда. Но я думаю, что даже смотреть, как они настраиваются, это твоя техника. Умел бы я издавать ноты голосом, я бы сейчас... Однажды они меня заставили, неплохо получилось.
Ну, есть в интернете такое кино, его снял Игорь Панкер Гудков, который записал альбом 55. Он сейчас отсутствует, потому что, ну, просто дела не позволили, к сожалению. Это был 42 года было Майку, это был 21 год назад, в помещении рок-клуба. Было два концерта, которые весьма профессионально были сняты на видео. А меня заставили петь. Это можно найти в интернете довольно легко. Мне даже совершенно не стыдно. Хотя я обычно пою только своим друзьям на кухне. И когда попросил тоже порепетировать, Шура с Наилем сказали, что нам репетировать, мы все и так знаем. Я говорю, да. А я умею, когда я сам на гитарке плечу, а под ритм